Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, пришел заказ от моего любимки. Любимка! Любимка! Спасибо! Ребятушки, слушаем Амнам. Нет, шучу. Я знаю, как его зовут. You know. Поехали, друзья. Так, ребятушки, я, как обычно, останавливаю начало трека. Музыка прекрасная, мне нравится, ритмичная, современная, ребятки, нравится. Дальше еще будем слушать, дальше еще, как будет интересно, посмотрим. Голос шикарный, ребятки, шикарный. Поет хорошо, ребятки, на лицо симпатяшечка. Волос какой, стрижка, современный молодой человек. Молодец, волос хороший. Трек, начало трека мне очень нравится. Будем слушать дальше, наслаждаться, друзья. Пока наш август умирает на руках. Извини, что я не могу тебя обнять. Сотня попыток вновь, пора что-то менять. Не дружим с головой, никто сказал, что так нельзя. Тактильный голод я... Вот он поет. Лето кончается, да, лето кончается. И он говорит, уже конец лета, будет холодно. Я не могу тебя обнять, не успеваю. Может, она куда-нибудь уехала. Он скучает по ней, ребятки, скучает. Его не удалить, напомни между строк, как мы плакали на взрыв. Здесь много болтовни, где хуже остальных. Сожри меня всего или наконец заткнись. Где боль, впритык, сотня поводов завязать. Где я и ты поделились на полюса. 117 слез, 117 слез, в моей комнате сегодня 117 слез. Похоже на сон, почему все всерьез? Пока на худом запястье аллея не взрос. 117 слез, 117 слез, каждая из них моя. 117 слез, 117 слез, каждая из них моя. Тут на тот, 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 каждая из них моя. Так, друзья, что скажу? Во-первых, по внешности очень симпатичный молодой человек, очень привлекательный. Таких девочки любят. Так, одет очень стильно, ребятки. Очень стильно одет. Не знаю, плечо одно открыто. А ты мне стыдник! Ребятки, голос шикарный. Молодец. Хорошо поет, ребятки. Хорошо читает, ребятки. Трек мне понравился. О любви, друзья. О любви, ребятки. Слушать приятно. Приятно отдыхаешь. Понимаете, вот ну как отдыхаешь? Криков нету, воплей нету, а просто отдыхаешь. Голос очень красивый, ребятки. Музыка красивая, такая ритмичная, современная, ребятки. Прям молодец, умница. Вот по песне еще расскажу. Голос красивый, и немножко в серединке трека чуть-чуть автотюнинг он дал. Чуть-чуть. Но это так должно быть, это стильно. Понимаете, он по-разному поет, по-разному играет. Он все пробует. Мне очень понравился трек, ребятки. Очень. Я еще буду слушать его, ребятки. Еще буду слушать. Пожалуйста. Ребятки, слушайте. Наслаждайтесь. Умница, молодец, артист, профессионал. Пока, мои хорошенькие.